Всем привет! Ремонт продолжается. Так, сейчас выглядит вот так коридорчик. Здесь швы проштукатурил. Здесь уже сделал немножечко стену. Соответственно, кухню доразобрали. Здесь провод буду убирать. Здесь выключатель перенесу. Первый раз с таборезом резал. Что получилось. Ну и дальше. Здесь тоже шов прошелся. Серпяночкой. Стены загрунтовал. Пуар с зеленой водой. Кухня. Вот. Что есть, то есть. Тут тоже провод уберу. Плитку снял. Все, приступаем к работе. Буду выравнивать вот эту стену. В общем, штукатурка подсохла и отошла от краски. Но такое, в принципе, следовало ожидать. Здесь она отвалилась. Тут пока стоит. Не знаю, что будет. Но я решил использовать бетонный контакт. И обработаю все стены. Буду дальше штукатурить. Углы прикрою вот такими армирующими уголками. Раньше не использовал. Думаю, ничего сложного не будет с ними.